Слышь, Лисёна! Лисёна, привет! Привет, 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 привет. Пойдем в воду. Пойдем в воду. Лисёна вышел погулять. Лисёна, пошли в воду. Пойдем. Давай сюда. Лиса! Лиса очень счастливая собака. У нее всегда отличное настроение. Иди сюда, Лисён. Лисён, иди ко мне. Лис. Лиса, иди сюда. Иди сюда. А иди ко мне. А иди ко мне, Лиса. Лиса, Лиса, Лиса. Лисюлька. Лисюлька, бульдожки, они самые любвеобильные. Ой, ты кто, тетка, я тебя первый раз вижу. Вот реакция бульдога на нового человека. Никогда в жизни Аню не видела. Да она всем счастлива. Это, мне кажется, это свойственно бульдогам. Они всем счастливы. Веди ее в воду ко мне, а то она что-то... Сейчас, может, еще сестра придет. Тигра. Иди сюда, Лис. Лис, иди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда, Лис. Лиса! Иди сюда. Иди сюда, девочка. Иди сюда. Ай, молодец. Молодец. Что, тигр так и не согласился идти? Ян, правда, Лиса самый жизнерадостный бульдог в семье. Они все такие, но Лиса это вообще турбо счастья. Пойдемте к бассейну. Сейчас тигра должна показать, что можно плавать. Пойдем, тигруль, вроде ты была водоплавающей. А ты не помнишь, Ян, как оно все было? Мне кажется, что тигр плавал, но она пока не поняла, что здесь вода еще. Идите сюда, тигруля. Тигруля, иди сюда. Иди сюда, тигруля. Ай, ты молодец. Наверное, надо тигре перегреться, чтобы захотеть купаться. И ты зашла, видишь, что я. Молодец, тигра, любит водичку. Сейчас полностью искупается. Что, не полный бассейн? Давай, иди сюда. Ой, мне уже кажется, водичка теплая, хотя она идет холодная, но завтра она нагреется под такой температурой. У нас градусов 33 сегодня. Давайте все купаться, развлекаться. Да, тигрульке нравится. Тигра маленькая подводная лодка. Забавные, да, Ян, бульдоги? Вообще невозможно. Мне кажется, Яна придумала там кого-то еще выпускать. Интересно, кого. А, там еще одна бульдожка есть. Я только забыл, дали мою кличку или нет, молодая. Черно-белая. Ой, ты господи. Ян, мы кличку ей дали или нет? Нет. Не дали. Я какую-то придумал прикольную, но уже забыл. О, встреча. Ян, кто она? А, она Тигрина дочка? Или Лисина? Тигрина. Тигрина дочка. Вот, смотрите, уже совсем молодая, уже как мама. Как она на Тему, мне кажется, похожа. Тема тоже же черный, папа ее. Ее папа Тема? Да. Классно, вот она наша бульдожья династия. А как она с водой?
Ну, видно, что не боится воды. Мне кажется, если так резко подошла проверить, может и... Привет! Здорово! Здорово, 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 здорово! Ты такая бульдожина! Лиса-подлиза. Ну, у нас сегодня гигантский просто, все покупались, кто на этой стороне живет. Можно и тех трех привезти, но мне самой никак. Тех трех? Бульдогов оставшихся. А, Лялю, Ламбаду. Видишь, бульдоги, как они даже не конфликтуют, как будто... Они не должны конфликтовать, это ну, бульдоги. Да. Ну, короче, раз мы решили собрать всех бульдогов, друзья, я сейчас, наверное, через какое-то время схожу, принесу еще пару молодых бульдогов. Какие они уже молодые? Там уже дамы по там два года. Там дамы в возрасте. Да. Это для нас они ляли и ламбады маленькие. Ну, тигре, конечно, больше всех нравится вода. Тут даже говорить нечего. Ну что, бульдожья вечеринка продолжается, я пошел еще кого-нибудь принесу. Они такие маленькие, я думаю, я возьму одну в одну ручку, а другую в другую. Там их три. Три? А кто третий? Ляля, Ламбада? Дочка Лисы. А, дочка Лисы. Как ее зовут? Да никак. У нас нет имен. Мы последних бульдогов никак не называли. Но у меня кончилась фантазия. Так, друзья, всех выкинул. Здесь сейчас сколько их, Ян? Шесть? Шесть бульдогов. Вот все наше почти поголовье. Не хватает только Виты. Но Вита подальше дома. Фу, я запыхался, пока еще трех приносил. Ну, Яна, это уже все взрослые барышни, да, кроме, ну, черненькой? Ну, нет, это щенок еще, и это щенок. А, короче, вот двум, это щенок. Двум около года, остальным вот два, три и так Подожди. Далее. Я уже запуталась, блин, в собаках. Ян, мне кажется, их всех можно дружно в одном месте держать. Можно, это же бульдог. Они как чихуашки, веселые и счастливые. Надо подумать над это этим. Это не були же, это бульдоги. Не були. А бульдоги, они в этом плане более социальные. Чем ну да. В булях проскакивают, какие, проскакивают, да, какие-то гены предков, предков стафов, питов. Лялька, Ляля, Ламбада. А у этой нету еще клички? Или есть? Нету. Двух бульдогов нет. Вот у этой нету клички, ребят. Пришите, какую кличку. Она чья дочка? Лисы. Лисы и кого? Тортика? И Тортика. Давай назовем ее Тори. Тори? Тори. Тортика, Тори. Все, она будет Тори. Так, и надо теперь черной придумать кличку. Все, запомни. А черная дочка Темы. Тетя. Нет. Тигры и Тема. Тетя. 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 Ну ладно, будет пока тетей. Нужны же какие-то странные сумасшедшие клички. Здравствуй, тетя. Здравствуй, Ламбада. Здравствуй, Ляля. Здравствуй, тетя. Здравствуй, Лиса. Здравствуй, Тори. Все, у всех есть клички. А тигруля не выходит из воды, ей там норм. Ей по кайфу. Ей вообще ничего не надо. Без воды столько времени. Ну, друзья, пока тигра не уехала, мы говорили, что она уедет, возможно. Но решили, что она еще останется, и, скорее всего, еще одна вязка будет с тигрой. Потом она уже уедет. У нее, напомню, пиометра, поэтому она не может пропускать течки. Следующую течку мы ее повяжем и стерилизуем сразу же. Как называется? Вязка по медицинским показаниям, ну, да? Ну, не важно. Не факт, что получится что-нибудь. А, ну, может, она и не забеременеет. Тогда хорошо, повезло, получилось после лечения. Ну, короче, по-любому она будет стерилизована в следующую течку. Либо с беременностью, либо без. В смысле, с беременностью? Ну, либо забеременеет и будет стерилизована, либо заболеет и будет стерилизована. Ну, да. Ну, что у нас из бульдогов получается водяная только тигра? Ну, да, странно, никто больше не лезет. Больше никто не водяной. Ну, они не так Но часто. Мне кажется, для бульдогов это вообще большая редкость. Как бы в тазике поплескаться – это одно, а вот в бассейн уже идти – это другое.
У нас, кстати, в тазике никто и не плещется. Яна, ты чувствуешь, как от них исходит нежность, в отличие от булей? Да? С булями ты напряжен, думаешь, смотришь, где там кто что. Потому что були в любой момент могут зацепиться. Все хвосты поднимают, у всех холки, ну не у всех, но есть такие. Даже вот сейчас гуляли Сильвер и его доля, его жена Нурбану. И то там какие-то конфликты возникали, что Нурбану огрызалась, ей не нравилось. А здесь куча девчонок, казалось бы, у всех разные интересы. Они все как дурачки. Кази-мызи-буй-доги. Как чудаки, я бы сказал. Кази-мызи-кази-буй-доги. Тетя. Не, ну тетя это жесть. Че, прикольно. Тетя. Дочка Тёмы, тетя. Прикольно, тетя. Ну да. Пусть будет тетя. Потом заведем бульдога, назовем его дядя. Вязка дяди и тети. Ой, тетя классная. Я даже не знаю, кто здесь прям. У всех все разные. Я не знаю, кто мне кого выделить. Мне очень нравится ламбада, не могу. Тебе нравится ламбада, Ян? Угу. Ламбада классная. Мне Ляля очень нравится. Ляля, где Ляля? Ну, Ляля у нас такая. Как ее окрас назвать? Она же в рыжину пошла. Но это не рыжина, да? Это соболь, обычный. Это такой соболь, да. По-другому, ну, Ляля, еще их называют Яна, красная. Посмотрите, друзья, Ляля, размер Ляля. И кто у нас еще подросток рядом? Где подросток? Рядом Ляля с ней подросток. Нет, рядом с ней подросток, да, вам вот это? Нет, подожди. Вот это подросток. Вот подросток, вот подросток. Вот, смотрите, но друзья. Вот смотрите, тетя. Ляля. Средняя. Ляля и рядом тетя. Смотрите, Ляля уже 2 года, а тете еще нет года. А разница в росте, смотрите, какая. То есть, ну, мы вообще будем целенаправленно стараться более маленьких бульдогов. Да, на уменьшение. На уменьшение будем работать. Многим нравятся большие, крупные бульдоги, а нам нравятся маленькие. Ну, хотя... Это вообще поросенок на убор. Перекормлено, Яна сказала, Тима перекормил. У Тимы, короче, бывает, он перекармливает. Но сейчас Яна будет чаще, уже собакам больше времени уделять, так что такого не будет. Все меньше и меньше. Одна тигра сказала, идите вы все нафиг. Мне кайфово. Да, я приехала на море. На курорт отдыхать. Да. Но самый счастливый бульдог это вот Лисунь. Пойдем походим. Пойдем походим. Девчонки, пошли гулять. Давайте погуляемся. По полю пройдемся и уже по домам пойдем. Че скажи, бежим, да, бежим. Ну, побежали. Красота какая, Ян. Вот то, о чем мы с тобой мечтали. Гулять с таким количеством собак. Ну почему с бульдогами это так просто, а с булями все так не так просто? Я этого не понимаю. Мне кажется, с бульдогами сейчас в поле пойдешь, и никто от тебя не отойдет. И даже не надо будет переживать. Даже если какая собака другая пойдет, они не рванут. По-моему, Ляля оценила твои комплименты о ней и решила стать твоим бульдогом личным маленьким. И не отходит от тебя. Да, Ляль? Такая милипусечка. Вообще, где там собака-то? Ну что, кто охлаждаться? Давайте. Да, тигруля. Лиса. Вот кто точно охлаждаться. Лиса. Давай, иди сюда. Лиса, лиса, лиса. Ламбада. Скажи тигров, нафиг, нафиг, нафиг. Ваши прогулки лучше охлаждаться. Тигр, зови всех остальных. Че, девчонки, идите купайтесь. Ян, никто больше не идет в воду. Да, из 6 бульдогов только 1 водяная. Ну, подождем, может, еще остальные прогулки будут более активные. Зато мы теперь знаем, что мы можем всех бульдогов пачкой выпускать. Я и так знала. Ну, мы как-то по чуть-чуть все. Можешь шампунь нести и мойку начинать. Угу. Прям тут.
Ну вот жарко им, они как будто загоняют их желание. Есть мысли, что надо зайти охладиться. Вон лиса уже зашла. Они чувствуют, что там прохладней. Мне кажется, сейчас... Лялечка, ты моя собака, да? Ух ты, господи, ты ребята, смотрите, Лялечка точно Яйна собака. Ты моя собака. Ну все, бери я себе в дом. Собака. Обалдеть, сидит, не отходит от тебя, смотри, смотрит. Мам, мам, я тут, если что, я тебя лизну. Надо большой вольер, и туда всех молодежь бульдогов. Я вот тоже смотрю, что у нас проект, конечно, классный. А двух этих булясин перевести туда, где сейчас бульдоги. Вот я тоже смотрю, мы с тобой не рассчитывали на такое. У нас есть маленькие вольеры и средние, а больших мало. Мы рассчитывали, что это будут щенятники. А как получается, что такие и нужны? Там можно дружные семьи держать, по 5 собак, по 3, и им весело. Только бульдогов не булли. Да, поэтому, может быть, мы такое что-то и придумаем. Какой-нибудь один щенятник выделим. Сейчас у нас будут щенятники еще. Будем строить, если вторую часть здания, мы об этом подумаем. Нет, бульдоги будут здесь жить. Ну да, мы тоже думаем, что бульдоги у нас будут все жить вот в этом поближе. Здесь, скорее всего, у нас будут бульдоги, экзоты и пенсионеры жить. А там будут жить покеты, стандарты, эксели. Ну, он уже это как ее. Да, забыла. Да. Тори. Тори начинает ходить. Меня тетя. Тори начинает ходить по водичке. Да, Тори? Или да, а Ляля чего не ходит? Я в тебя-то сразу влюбился, красотка. Не зря ты как мне глазки строишь. Ты у меня, конечно, фаворитка. Сейчас тебе в камеру прыгнут. Эй. И ламбада меня любит. Я смотрю, что мы с тобой собак разделили. Меня полюбила ламбада и тетя. А тебя любит Ляля и Тори. Это как и тигра лиса. Тигра любит больше тебя, а лиса больше меня. Да лиса всех любит. Ей а дети, получается, как разделились? Нет, тигрины дети ко мне наоборот пришли. Ну, в общем, как-то не складывается. Ну, вон, молодец, ламбада начала воду, и Тори начала ходить, молодцы. Только ну, Ляля да. Не подходит. А была бы полная, может быть. Ну да, на глубину не идут пока. Ламбада все глубже и глубже заходит. Вот моя фанатка, все время у меня трется. Кишит собаками под ногами. Какой смотришь, а у тебя под ногами... Да у меня уже все ноги мокрые, они меня уже все обслюняли. Ой, иди, зайди, пройди по водичке, знаешь, как приятно. Все, меня засекли. Подтягиваются две мои фанатки, самые большие, лиса и тетя. Угу. Тори уже здесь. Это ламбада. У ламбады больше белого, я на голове. Слушай, ну дочка Тёмы, это тетя, такая кабаниха, да? Ну да. Она больше крупная или больше мощная? Она такая же, как и мать Гоша. Ну что, нагуляли, все, пошли домой ужинать. Ну все, бассейн, друзья, будет набираться. Будут собачки чаще теперь еще гулять у бассейна, потому что появилась Аня, она тоже будет с ними гулять. Когда она гуляет, я иногда буду приходить с камеры снимать, Аня будет что-то на телефон снимать. Так что собак мы будем видеть чаще, и собаки будут чаще гулять и ходить к бассейну. Ну а все, кто смотрел это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, пишите комментарии, если вам нравятся такие видео. Ну а те, кто совсем очень сильно любит наш канал, хотят знать все каждый день, что у нас происходит, переходите в нашу группу ВКонтакте, там есть закрытая часть, и мы выкладываем все эти видео каждый день там. То есть на канале вот видео с этой прогулкой у бассейна выйдет через неделю, может, через несколько дней. А спонсоры, которые подписаны на эту группу, уже все видят сегодня, чем мы занимаемся, куда мы съездили, с кем погуляли, какие у нас новости. Они уже месяц знают, что Аня к нам приехала. Вот, так что я называю Яну, это знаешь, как фан-группа. Мне кажется, это самое лучшее название для этой группы. Закрытая фан-группа. Ну и подписываясь на эту группу, вы не только получаете эксклюзивный новый контент, и ежедневный в режиме онлайн, но и просто поддерживаете наш канал, потому что
Это, можно сказать, единственный способ какой-то монетизации наших видео. Так что, друзья, всем спасибо. И тем, кто просто смотрит, и тем, кто просто ставит лайки, и тем, кто комментирует, и тем, кто подписывается на закрытую группу. Всем огромная благодарность за внимание к нам. Спасибо большое, друзья. Всем пока. Сегодня мы были с вами в Бульдожьем раю.